Друзья, всем привет! Вы говорите, что мы делаем только ножи, ножи да ножи, и мы решили к вам прислушаться, сгоняли на Чермет, нашли там рельсу. И вот из этой рельсы мы хотим сделать топор. Очень много роликов в интернете по изготовлению топора из рельсы, но большинство из этих роликов, к сожалению, самых популярных, когда делают такой топор слесарным методом, сжигают кромку, делают вот такое сведение, ну, в общем, без слез не взглянешь. Вот давайте сегодня сделаем топор из рельсы здорового человека. Мы просекли отверстие в топоре в будущем. Использовал я вот такую вот прошивочку. Теперь следующее. У нас идут калибровочные прошивки. Размер за размером чуть-чуть увеличивается и в высоту, и в ширину. Тем самым наше отверстие вот это разгоняется до нужного размера. Я сейчас буду использовать вот эти две, потом уже начну придавать форму самому топору, то есть лопасть разгонять, делать заужение на шейке. Ну, по ходу дела будет видно. Поехали! Thank you.
Ну вот, друзья, топор мы отковали. Сейчас он выглядит немножко страшно. Я очертил контур. Сейчас просто я лишнее удалю болгаркой. Еще немножечко, чуть-чуть отрихтую вот тут режущую кромку, прокую. Рубящую кромку прокую. И будем закаливать. Ну что ж, друзья, топор отковали, отслесарили его. Настало время закалки. Греть будем, как всегда, в электропечи. Закаливать будем в подсолнечном масле. Поехали! А это наш новый помощник Копир. Теперь изготовление топорищ стало для нас детской забавой. Контакты на изготовителя я оставлю в ссылочках в описании.
Сосну мы порубили. Сейчас кто-нибудь скажет, с сосной любой топор справится. Ну, я в принципе согласен. Давайте смоделируем ситуацию, как будто мы что-нибудь делаем по хозяйству топором и нарываемся на гвоздик. Бывают же такие ситуации? Бывают. Вот давайте смоделируем. Вообще, я не сторонник рубки ножами, топорами, гвоздей. Это нужно делать зубилом. Ну ладно, попробуем. Так, ну, вот так получилось. Топору кромки пофиг. Можно еще раз попробовать. Опять-таки перерубил, топору пофиг. Ну что ж, друзья, топор из рельсы достаточно хорош. Вообще из рельсы, кто работал на железной дороге, тот знает. Из рельсы делают инструменты для путейцев, и молотки, и прочие вещи. Очень хорошая сталь. Топор мы сделали, кусочек у нас был маленький вот такой, и кусочек побольше сделали вот такой. Вот такой мы чуть-чуть позже доведем до ума, тоже сделаем топорик. Хотел поблагодарить вас за просмотр. Хотел отпроситься у вас на следующую неделю. Уж очень тяжело снимать видео каждую неделю. Теперь мы, наверное, вернемся к режиму раз в две недели. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Всем пока и до новых встреч.